чуть покажу вам номер наш сегодня с таким вот видом замечательным. Попили мы кофе тут, сейчас направимся смотреть Львов и всякие остальные прелести. Зебра вот здесь распласталась, ставила свою шкуру. Лю, тебя зазывают там. Страшно, Гриш? Ну, пока нет. Не страшно мне ничего. И мягко я не. The blue balls are not up in the because they can't even have them. Alpha male need to have those clear Огромное количество мадагаскарских мотыжек. Привет! Я найти дядни Бадабуты прикусили. Их хо-хо. Мама, тебе что нравится? Какое животное? Мне нравятся жирафы. Потом мне нравятся львы. Мы сегодня еще львов пойдем смотреть. Потом мне понравились обезьянки с полосатым хвостиком. Вот. Еще мне нравятся зебры. Вот. Ты меня снимаешь? Да. Хорошо. А тебе Гриша что нравится? Мне? Ну, конечно. Тебе вот. Джунгли зовут. Как тебе Гриш, тигр? Мяу. Огромный? Мам, тихо. Мяу. Смотри, какая лапа огромная. Хотя бы он поближе. Симон и Пумба. Гриш, тебе нравится лев? Он не прыгает вообще-то, папа. О-о-о! Пойдемте вам кое-что покажу. Теперь мы идем по тропе тюленей с видом на океан. И где-то там нас должны ждать тюлени. Тюлени там. Значит, идем туда. Сегодня 1 марта. Осталось где-то 1/3. Конечно, я очень впечатлен количеством видов разнообразной природы. Мое представление, оно было максимально стереотипным, поэтому всем нужно изведывать, пробовать, смотреть самостоятельно, чтобы не быть заложниками клише, шаблонов. Просто ехать и смотреть вот такие вот виды, наслаждаться жизнью в полном ее проявлении. Тюлени все еще. Подъемы здесь, конечно, не для малышей.
довольно-таки крутые спуски. Сегодня мы знакомились с обезьянами в парке обезьян. Также общались со львами, гепардами. Смотрите. Там тюлени. Ой, мимо. Давай сейчас. Вот а, там. Крутой парень. Вон они шевелятся, там видишь? Вот здесь. Вот они. И вот они. Целая стая пиявок каких-то. Чудо, Юда. Убежала. Я задолбался переть. Хрен знает сколько километров по этой горе. Ты как обезьянка.